Их уже более 50 тысяч. Именно столько человек подали заявки на участие во втором всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Причем регистрация стартовала менее недели назад. Лидирует по количеству желающих регионы Центрального федерального округа. Поволжье по активности занимает второе место. И Самарская область здесь оказалась в первой тройке. 17% участников от общего числа волжан. Опережает ее с минимальным отрывом в 0,7 лишь Нижегородская губерния. Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. По итогам испытаний 300 лучших получат по 1 000 000 рублей на образование, а 100 победителей еще и возможность консультироваться с наставником. А это признанные мастера управленческих технологий, в их числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Прием заявок продлится до 24 октября включительно.